Здравствуйте, дорогие друзья, вас приветствует Масса Ламустян. Сегодня у нас небольшой обзор на открытый шлем от фирмы Kyosha. То есть, много спрашиваете, открытые шлемы, они недорогие, то есть, ценовая категория на данный момент до 3000 идет. Открытый шлем достаточно легкий, то есть, ну, на вес примерно в районе 1 килограмма. Очень качественная внутрянка, то есть, поближе покажем. Действительно, очень приятная. То есть шлем хорошо продувается. Ну, во-первых, то, что он открыт сам по себе. И второе, здесь достаточно мощная вентиляция. То есть выходы. Сзади тоже воздухозаборник. Ну и самая такой фишка еще в данном шлеме. У нас есть солнцезащитные очки выдвижные. На случай солнечной погоды. Застежка стандартная идет. Три щетка. То есть удобно застегивать перчатка. Приезжайте, мерите. Всего хорошего. С вами был Мацлом Бастян.